Привет, друзья! Сегодня я на пасеке. У нас сегодня 9 мая, 12 часов дня. Всех поздравляю с праздником. Не только тех, кто воевал, но и тех, кто ждал с войны. Хотя, конечно, их осталось совсем мало. Ну и всех нас, чтобы... Хочу пожелать вам, чтобы нас минула сия чаша, хотя мы тоже живем в тяжелое время. Вот. Ну, в общем, сегодня я хочу посмотреть пчел, поставить им пластинки. Вот пластинки вот такие у меня. Я их ни разу не ставила, это от двух, от воротоза, карапидоза. Вот. И хотела, я купила себе новую сетку и хотела показать вам, какие сетки не надо покупать. Вот предпоследняя моя сетка вот с такой вставочкой. Это пластиковая вставка. И вот вы посмотрите, она сделана ровно, наверное, пополам, наполовину лица. То есть, ну, если прямо смотришь, то еще туда-сюда. А если вниз, то вот эта штука все время мешается, и приходится ее то в одну сторону поправлять, то в другую. Так что, с одной стороны, вроде бы и хорошо, что здесь не металлический обруч, потому что и постирать, и все вот здесь можно снять и вот оставить такое пространство, чтобы, например, там что-то рассказывать или делать. Но вот это вот съедает всю функциональность этой сетки. Вот купила я вот такая сетка, одела под нее кепочку. Я видела у Людмилы Пчелки, что она носит такую кепку. Как бы сейчас еще холодно одевать просто сетку. Платок тоже вроде не хочется. А вот эта кепочка, посмотрим, как она будет мне. Вот, и вот купила новую сетку. Вот посмотрите, здесь опять же металлический обруч, но он не мешает и вниз смотреть, и прямо смотреть. Так что я вам советую покупать все-таки вот такие сетки, а не те, которые я вам показала, где прошита пластиковая такая, пластиковый шнур. Вот. Приготовила рамочки. Вот такие. Немножко мед подчистим, они хорошие, чтобы поставить в ульи, потом еще приготовлю. Полоски я буду крепить на прищепке.
Значит, нам надо посмотреть, сколько здесь расплода, есть ли корм. Ну и находятся ли пчелы в роевом состоянии, поставить пластинки. Так, вот это. Ой, здесь. Смотрите, здесь сколько меда. Открываем не больше 3 рамок. Пчелы у нас строгие, поэтому отделяем расплод. Это все мед. От меда. Еще все. У меня вот расплода нету. Подъели. Молодцы. Хорошие девчонки. Мои красавицы. Так, ну что тут? Тут расплод. Здесь все перга. Перга, перга, перга. Вот здесь уже начинается расплод. Нам надо бы выбрать расплод, который старый, чтобы добавить. Посмотрим, вот эта рамка более-менее. Вот здесь пчелки кушают. Так, здесь рамки. Здесь, наверное, уже сеет матка. Да нет, пока не сеет. Здесь расплода много. Так, поставим пока вот этот. Нет. Досмотрим до конца. Здесь уже червление началось. Здесь тоже. Так. Так, а здесь, конечно,
тоже самый расплод. Да, что тут? Ничего такого. Вот все-таки первую рамку ставить. Так, и здесь все расплод. Расплод, расплод, расплод. Раздвигаем рамки все обратно. Так, сейчас ставим полоски. Так. Конечно, рамка здесь старая, их надо бы менять. Так, а вот эту все-таки рамку я, наверное, оставлю. Даже не знаю, что делать. Или вот эту. Нет, наверное, вот эту сейчас стряхну. Так. Ставлю вот такую рамочку. Здесь почти что выбрано. Так, здесь расплод. Так, ставлю еще одну рамку. И сюда ставлю, хотя хорошие рамки все, можно их оставить. Так, не будем делить. Вот у меня такая рамочка есть с вощиной, жалко ее. Посмотрим, может быть, поставим рядом после медовой. Посмотрим, может быть, они все-таки натянут. Так, кладем. Что-то на пластины много нареканий. Я уже думаю, может быть, все-таки уже по три пластины класть. Вот. Ну что, еще тут, наверное. Немножко сдвинем. Попробуем сюда поставить вот эту рамочку. Уже маленько почистим ее. Так. Влезет она у нас. Так.
Как-то так. А сейчас откроем другой улей и поставим рамку с расплодом. Ну вот и все, что я вам сегодня хотела рассказать и показать. Сейчас я рамку с расплодом поставлю в слабый улей. Вот. И буду смотреть остальные ульи. А с вами прощаюсь. До свидания. Всего вам доброго. С вами была Ольга и домик у озера Молдино.